Не обмануть надежды ангарских болельщиков, хоккеисты Ермака намерены и в нынешнем сезоне. В играх прошлого года ребята показали довольно хорошие результаты. Это первый выход игроков на лед. Ледовые тренировки сменяются работой над физикой и выносливостью в зале, то есть по принципу лед-земля. Это своеобразная апробация сил и пристрел друг к другу, а также изучение возможностей совместной работы каждого хоккеиста для будущих побед. Основной костяк Ермака сохранился, а среди вновь прибывших есть довольно перспективные игроки. Ну, все зависит от того, как ребята проявят себя на этом сборе, особенно те ребята, которые на просмотровом контракте. Если они подойдут, значит, мы уже никого не будем искать. Если же по каким-то причинам они не смогут влиться в наш коллектив, тогда нам придется усиляться, будем снова искать. В этом году немалый упор высшая хоккейная лига сделала на молодых игроков. В этом году регламент поменяло руководство лиги. Должно быть 5 человек не старше 25 лет, то есть это до 86 года включительно. 5 человек не старше 23 лет, это до 89 года включительно. И обязательно в команде должен быть игрок 91 года и 92. То есть на молодежь мы тоже очень сильное внимание сейчас уделяем. Лига однозначно молодится, и также и наша команда. Молодой перспективный хоккеист, прибывший в Ангарск из северной столицы, вратарь Андрей Гаврилов, стал лучшим игроком команды «Ермак» прошлого года по версии болельщиков. Своими впечатлениями он поделился с местными и областными СМИ после первой тренировки на льду. Пока тяжело судить, как бы лед-то первый, по земле-то тяжело судить кого-то. Главное лед, в принципе. Как на льду сейчас будет выглядеть, там будет видно. Я думаю, нормально все будет, подготовимся. Со следующего месяца команда начнет подготовку в технико-тактическом плане. Будут наигрываться звенья, оттачиваться мастерство катания. А в середине августа хоккеисты уезжают в турне по Уралу и в Подмосковье на серию товарищеских игр. Эти встречи станут своеобразной тренировкой перед грядущим чемпионатом. Словом, планка, поднятая в новом сезоне, будет не ниже, чем в предыдущем. Так считает руководство, так хотят болельщики, и к этому стремится команда «Ермак». Ольга Дерибьера, Андрей Козлов, «Местное время».